Триумфальное выступление женской сборной по борьбе заинтересовало сотни, а может и тысячи девочек, которые, увидев на экране их успехи, начали мечтать о золотых медалях спортивных соревнований мирового масштаба. Потенциальных чемпионок у нас достаточно, но для их подготовки нужны соответствующие условия. Именно в этих целях президент Садыр Джапаров поручил построить отдельный спортивный зал для занятий женской борьбой. Не имея своего собственного зала, мы достигли такого результата, я думаю, если построится зал, если начнутся еще больше, вот объединенно мы начнем тренироваться в одном месте, и в том числе будет помещаться очень много количества девочек, я думаю, будущее вот женской сборной команды, уровень и количество еще возрастет. Это будет для подготовки к следующим Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже 2024 год. Это для успешной подготовки, для нас будет очень хорошая поддержка. Кабинет министров в ближайшее время начнет строительство объекта, где будут созданы все необходимые условия. Участок для будущего зала уже выделен. Мы свои видения передали рабочим нашим госархитектуры, какой должен был зал для наших девочек-спортсменок, чтобы были все удобства, комнаты, чтобы они принимали, когда нам будут приезжать другие спортсмены других стран.